Всем привет, друзья, с вами Энизер. Сегодня я вас научу, как сделать прицел-точку в CSource без каких-либо программ, там, модов и так далее. То есть просто вот в стандартной игре. Мы заходим в настройки, сетевой режим. Вот наш вид прицела. Ставим второй ползунок на минимум. И сайз тоже на минимум. Ставим центр дот, точнее тинклс, вот этот. Все. У нас получается прицел точка. Сейчас я покажу, как он выглядит в игре. А вот так, ребята, выглядит наш прицел. Вот так вот постреляем. То есть он не расширяется, вот статичный. В общем-то, если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. А с вами был я, Низер. Всем пока-пока.